землей. Ему три раза землю давали, землю, всю планету давали ему, возьми, мы даем. Он не брал. Три раза его... Красивая метафора. Развелся, да? То есть к ему, как в жены давали землю, да? Женщину землю. Да. Как? И он с ней развелся. Да. И мне один раз дали, да? Я не взял. Знаете почему? Это вот даже мне это мне не нужно. Зачем мне это? Зачем мне земля? Ну ты же собирался жениться. Жениться хочу, да. Жениться хочу, чтобы дети мне, много детей хочу у меня было. Да. Да, хочу много детей, жену хочу, да, чтобы семья была, да. Это хорошо, семья это хорошо. Это помогает к Богу. Есть один философ, имя не помню, говорит, женитесь. В лучшем случае вы станете счастливы. А в худшем, если плохая жена будет, станете философами. Да. Да, интересно, интересно. Не, вот реально, да, там, не знаю, кто там, Гордон, Познер, там, Дудь берет интервью, да, типа у каких-то знаменитых людей, и часами сидишь, слушаешь, да. А чем вам не знаменитость, да? Я с детства... Вот тоже мудрость. У меня, я слова, обожаю слова, хорошие слова, и любовь, да, мне любовь ко всему. Да, мне, я ко всем отношусь, как к брату, сестру, да, как всем. Мне претензии дают, как ты можешь, так, например, таких, да, этих, плохих людей. Плохих людей братом и сестрами, да, считать. Я говорю, что ты не знаешь его прошлого и не знаешь его будущего, кем он будет станет. Поэтому нельзя судить по-своему, да, человека. Они все, все люди, у всех людей есть одна хотя бы хорошая черта характера, есть у любого человека есть. Надо это искать. Я во многих книгах, я много читаю. Надо искать. Если он нужный тебе человек, ищешь, да, это хорошо. Если он тебе нужный человек, он станет твоим другом. А если не нужный человек, он сам уйдет от тебя. Прекрасно. Да. Да. Ну, я думаю, он вот. Сейчас мы на русском говорили, да, и Машад Исрафиль на русском говорил, но есть специфические тонкости на азербайджанском языке, есть диалекты, да, бакинские, там, у Баку тоже своих деревень, и на азербайджанском это в десятки раз более красивее, интереснее, сладче выходит, но, к сожалению, сложности перевода. Ну, пока. Не, я имею в виду сам акцент, да. Следующее это мы на будем на азербайджанском снимать. Я это более... тоже покажу. Вот это, как вот. У меня я сказал да, про экстаз, да. Я еще не достал такого уровня, чтобы каждый раз, когда это почувствовал. Но я один метод нашел, чтобы немножко хотя бы этот эпизод. Я вам это покажу. То есть сейчас вам открывается это секретная практика суфийская. Вот смотрите. Самая моя любимая, я всегда это делаю, мне смеются, да, люди, почему так делаешь, да, я не знаю, но это очень, вот смотрите. Сейчас нехорошо вышло, да, сейчас, наверное, сейчас... Стой, я объясню это. В принципе, эта техника, это гипервентиляция, да, гипоксия мозга. Я тоже ее практикую. Это такое экспресс-холотропное дыхание, да, так скажем. И, кстати, вот эти симаронцы, Долохов и Гурангов, они из этого целой техники экстаза сделали. А Хасай Алиев там технику ключ, да, придумал. Тоже там входишь в это особое состояние сознания. То есть надо как бы усиленно дышать. Я просто могу сделать. Ну тоже колбасит по-страшному. То есть дышишь, потом резко. И
тебя начинают колбасить. Но я сам сейчас это не сделал. То есть экспериментальным... Сейчас подчеркну. А, вышло. Вышло, да, торкнуло, да? Да. Да. Ну, надо... Маленький. Даже... Кстати, вот суфийский зикр, когда они вот так... То есть это и есть, да, вот эти... Да, вот в прошлом году, когда йоги проводили, йоги, uh-huh. вот эти, они, это было, по-моему, Ярате было, uh-huh. или Бульваре, не знаю, uh-huh. там был суфийский круг. Кружение. Uh-huh. Кружение. Я это сделал, знаете, я там кружил, я кружился, и начал быстрее крутиться начал. И что-то произошло, я не до конца не смог, я упал, знаете, было что-то, это что-то было. Да, еще вам это не сказал, что когда я в детстве иногда мы с гостями когда приходили, я закрыл глаза, хотел спать, да, такой яркий свет пришел в дом, да. Я подумал, что уже утро, да, я сейчас засну, и открыл глаза, вижу, не ночь. И продолжил спать, и увидел, как бы, одного дальнего родственника, дядина родственника видел. И он мне что-то, да, подарил. А, да, я еще во сне видел, не знаю, это правда или нет, видел пророка Мухаммеда, не знаю, это он и сам был или другой. Он мне, знаете, как было? Я видел сначала Хазрат Али, он мне дал рубить дрова и отвез мне какую-то их какую-то церемонию была там. И там пророк Мухаммед мне дал шарабы. Напиток любви. Напиток любви. Я выпил, говорит, он говорит, что видишь что-то? Я говорю, не, ничего, ты открой глаза. Я говорю, что ты видишь? Я открыл глаза, я говорю, вижу подушку. И они начали смеяться. Я начал смеяться. И вот. Я думаю, что на этом мы остановим пока наше интервью. Потому что уже как бы лимит зрительского внимания у нас превышен. Да. Все. Спасибо. Не за что.